Всех приветствую на канале Инкам, меня зовут Вадим, и сегодня я расскажу, как зарегистрировать кошелек MetaMask. Для этого переходим на сайт MetaMask, ссылку на который я ставлю в описании под этим роликом. Нажимаем кнопочку Download Now. Обратите внимание, что расширение можно установить как на Chrome, iOS и Android. iOS и Android нам в данный момент не подходят, поэтому возвращаемся на вкладку Chrome. Спускаемся чуть ниже, нажимаем Install MetaMask for Chrome. Установить расширение. И видим, как идет установка этого расширения. Ждем некоторое время. После этого нас перекинуло на страничку, где нам пишут «Добро пожаловать в MetaMask» и предлагает начать работу. Нажимаем «Начать работу». На этой страничке мы видим две вкладки, где нам предлагают импортировать кошелек и создать кошелек. Импортировать кошелек – это для тех, кто ранее создавал кошелек MetaMask и у которого уже, соответственно, имеется секретная фраза для восстановления этого кошелька. Мы создаем кошелек с самого нуля, поэтому нажимаем «Создать кошелек». Соглашаемся с условиями и придумываем пароль. Пароль чем длиннее, тем лучше. Соглашаемся с условиями «Создать». Здесь нам предлагают посмотреть видео о том, как защитить свой кошелек. Я настоятельно рекомендую вам посмотреть это видео, но мы не будем на этом останавливаться, поэтому нажимаем далее. Итак, мы подошли к самой главной странице, странице с вашей секретной фразой. Ни в коем случае никому не сообщайте эту фразу. Если кто-то узнает эту фразу, у него будет доступ к вашим деньгам. Поэтому запишите эту фразу, а лучше вызубрите. Я вам ее сейчас покажу, потому как это тестовый кошелек, и я не буду им пользоваться. Сохраняем. И нажимаем «Далее». Здесь нам нужно выстроить слова в той же последовательности, что и написано в нашей секретной фразе. Итак, поехали. Else. West. Trust. Parent, budget, shift, slide, notable. Очень важно выстроить именно в той же последовательности, иначе вы не сможете пройти дальше регистрацию. Подтвердить. Поздравляю! Ваш кошелек MetaMask создан. И чтобы всегда быстро воспользоваться вашим кошельком, нажимаем на значок пазла расширения и нажимаем закрепить. И вот он у вас появился в быстром старте. Нажимаем. И появляется вот такое маленькое окошко. Если вы хотите на весь экран сделать, нажимаем вот эти три точечки. Развернуть вид. И вот ваш кошелек в развернутом виде. Благодарю всех за просмотр данного видео. Если оно было вам полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорой встречи.